Приветствую вас, друзья! Думали ли вы, есть ли возможность чему-нибудь расти на метеорите? Эта игра и должна позволить нам ответить на этот вопрос и поучаствовать в его ответе. Игра называется «Космический сад». Это видео я посвящаю Владиславу Лукину, дабы подбодрить его. Что мы здесь можем сделать? Мы можем выкапывать синие кубики и накапливать их в верхнем правом углу. Это фантастика. Что еще надо для жизни? Как вы поняли, здесь не будет никакого дикого выживания. Это атмосферная игра, которая призвана просто скоротать время за чашкой чая, кексиком, без особого напряга, провести небольшое количество времени. Проведите его вместе со мной. Если у вас есть чай, то причаивайтесь, так сказать, к моей компании. Я пока собираю просто эти кубики, не знаю, зачем они нужны, но они собираются. Оу, я здесь нашел какой-то портал. Этот портал служит для того, чтобы перерабатывать эти синие квадратики, блоки в семена, которые я могу посадить, потом собирать с этих семян, по-моему, цветочки, складывать их в другой контейнер и оттуда получать неизвестно что. Да, например, усиление лопаты. Давайте проделаем это. Зачем это надо? Усилять лопату. Все игры такие странные. У нас есть два семени. Посадим же их. Красота. А пока мы можем заниматься тем, что копаем дальше. Выкапываем все, что только можно. Вообще-то здесь кругом только и есть то, что можно выкапывать. Кошмар. О чем говорить в такой игре, непонятно. Но игра мне нравится, что она атмосферная, спокойная и не требует никакой напыщенной активности. Я думаю, эту игру можно использовать как релаксатор для людей, которые любят покопать. Их хлебом не корми, только дай вырыть что-нибудь где-нибудь, ну, конечно, в игре. О. О. У нас сменилась мелодия. Давайте соберем еще немного семян для цветов. Какой будет наш сад? Я не знаю. Очень интересно. О, смотрите, у нас цветы-то растут. Давай, ставь рядом. Опа! Опа-на! Теперь мы эти штучки куда-то можем совать. Вот сюда, по-моему, видите? Вот это вот. Да? Ага, вот так выбираем. Вот, они теперь сюда складываются. Потом мы отсюда что-то получим. Прекрасно, по-моему. А вообще можно не бегать даже, смотрите. Просто расслабляете, садитесь в кресле. И копаете себе в удовольствие. А пока для вас сингл. Это песня про то, как копать камни в космосе. Да. Вот так вот и рождается красота. Какой-то сплин получился. А потом ты едешь к бабушке. Летом. И у тебя нет ни единой мысли о том, что огород — это тоже Террария. Тоже Don't Starve. Тоже Майнкрафт. И бабушка — самый лучший survival. Survival horror. О, Антон, тебя посадят. Собираем цветочки, ёпки. Сади, давай, засаживай этот огород. Засаживай этот огород, я тебя умоляю. Засади этому огороду, давай. Да что ты такой неуверенный в себе, космонавт? Там, смотрите, на фоне летят звезды. А-а-а.
Когда я копаю, что-то внутри содрогается. Отличный басовый риф. Очень завораживает то, как оно тык-тык-тык-тык-тык и откапывается. Кошмар какой-то. Пора собирать урожай, пора собирать урожай. Очень похоже на какой-то арт-рок 70-х, 60-х. Я сложил синие блоки в какую-то фигню. Оттуда вывалились семена. Теперь я их посажу. Посажу. Смотри, сука! Сажу я семена, а потом семена загружу в другую штуку, и что я получу? Плюс один к лопате. О, нет, я не шучу. О, мой огород растет. О, Шива Будда, кто вас знает, я знаю. Я собираю семена денно и ношенно. Птички летят, собачки бегут. Где-то в лесу спрятался Робин Гуд. Меня не хватило на лучшую рифму. Сади и тут, и там. Сади и тут, и там. Сади и тут, и там. Ба-ба-ба-бам. Ба-ба-ба-бам. Мне эта игра еще нравится тем, что я могу щипеть, импровизировать. Я обожаю импровизировать. Обожаю. Наверное, поэтому я записываю летсплеи. А ведь правда, наша лопата стала копать быстрей. Наверное, это надо для того, чтобы собрать больше синих кубиков. Наверное, это так. Наверное, это так. А если отправиться в самый низ, что там будет, интересно? Можно ли докопаться до самого низа? О, да, здесь начинаются другие блоки. Почему бы мы их можем скопать, только их дольше копать? Вот в чем дело. Для этого нам нужно прокачивать лопату, чтобы легче собирать и их. Вы слышали? Тык-тык. Это зашли наши семена. Цветы созрели. Интересно, зачем это все надо? Тем временем загрузим зеленый наш приемник. Да, но там тоже надо 20, наверное, штук, чтобы получить что-то. А,
с них получаются, наверное, другие растения, а с тех растений можно загружать сюда. А может и нет. Может, вот эти блоки совсем на дне где-то. Где-то далеко-далеко под землей. А, наши цветочки-то подоспели. У нас аж 8 семян. И тут растут другие красивые цветы. Yeah. Загружаем сюда, получаем еще плюс один. О, мы получили максимально, что можно. Клопать, я имею в виду. Загружаем наши зеленые наши. И что мы получаем? Другие семена. That is fantastic. Два семени. Семени. Как оно выглядит? Так. Давайте посмотрим, во что она может вырасти. Ага, начинка у них зелененькая. Смотрите, до чего я докопал. До слоя, где есть оранжевые блоки. Они тоже вскапываются. Наверное, из них всех просто вылазят разные семена. О, да, вы только посмотрите. Зеленые повыше будут цветочки. Зеленых ягодок. Так, мы еще получили одно семечко из оранжевых блоков. Посмотрим, как выглядит оно. Вот так вот. Ну вот, как я вам и говорил, эти цветы выше, чем цветы, выращенные из семян, которые получены из синих блоков. Еще есть оранжевый, вот один оранжевый. Дождемся его. А вот так выглядит растение из оранжевого семечка. Все, на этом игра заканчивается. Если у вас и были какие-то вопросы до этого видео, как выращивать сады в космосе, то уж теперь их точно не должно быть. Спасибо, что смотрели. И увидимся в следующем видео.